президент Microsoft Россия Николай Прянишников. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие партнеры. Ну вот, мне кажется, мы так хорошо начали с шоу. Я думаю, что и мне надо подготовиться в следующий раз с каким-то факелом или облаком в руке, постараюсь прийти, но потренируюсь. Но самое главное, что я хотел бы всех приветствовать на нашей платформе 2011 и, конечно, высказать надежду, что эта конференция пройдет очень успешно. Мы проводим это.